Всем привет! Канал «Другой ты» продолжает рубрику о правильном питании. И сегодня мы с вами приготовим любимейшее наше блюдо – омлет. Омлет является белковым блюдом, который богат практически всеми витаминами категории В и D. Также имеет практически полный состав минералов, который помогает нашему желудочно-кишечному тракту. И если вы захотите еще и снизить уровень подкожно-жировой клетчатки в вашем организме, не используйте яичные желтки. Плюс ко всему, не жарьте омлет на масле, а просто запеките его в духовке.